Needs a big tumble to finish. Triple twist. Superstar. Вот так в 2014 году пензенский гимнаст Денис Аблязин стал чемпионом мира. Через 5 лет он повторил свой успех, но уже не в вольных упражнениях, а в командном многоборье. К тому же за свою карьеру Денис 8 раз победил на чемпионатах Европы и 7 раз поднялся на пьедестал Олимпийских игр, в том числе в Токио, на верхнюю ступень. И практически весь свой путь к Олимпу Аблязин прошел вместе с Сергеем Старкиным. В конце 2014 года в группу к этому специалисту перешла и Алия Мустафина. И спустя 2 года стала уже 2-кратной олимпийской чемпионкой. А всего на играх в Рио она собрала полный комплект наград. Ну а не так давно Сергей Старкин работал с еще одной легендой мировой гимнастики Оксаной Чусовитиной, заслуженным мастером спорта еще СССР, единственной гимнасткой, выступавшей сразу на 8-летних Олимпийских играх. И, конечно, Сергей Старкин продолжает мечтать о новых спортивных победах, совершенствуя уже не только гимнастов, но и молодых тренеров. На несколько дней именитый специалист приехал в Воронеж и любезно выделил время для беседы с нами. Сергей Валерьевич, мне очень приятно, что вы заглянули к нам в студию. Я бы, знаете, с чего хотел начать? Вот тренер, в вашем понимании, это кто? И в чем главная задача тренера в спорте, на ваш взгляд, вот с высоты вашего опыта? Ну, это такой, наверное, комплексный ответ, потому что тренера, ну, я считаю, нельзя рассматривать как только узкого специалиста, который знает, условно, технику или еще что-то. Это, наверное, нечто большее, потому что если спортсмен занимается достаточно долго уже, да, то он очень много времени проводит в личном контакте. Поэтому здесь, наверное, и психология, и техническое знание вида спорта. Если говорить о молодых тренерах, которые работают с маленькими спортсменами, наверное, самая главная задача – привить любовь к спорту. Потом уже это какая-то дисциплина и все остальное. Поэтому тренер – это, как сказать, такая масштабная какая-то фигура в плане нескольких направлений знаний, которым он должен обладать. Но прежде всего, наверное, это любовь к детям. Все-таки тренер детский, который работает с начинающими спортсменами, и тренер, который работает с уже состоявшимися атлетами, теми, кто претендует на Олимпийские игры, это, по сути, 2 разных работы, 2 разных должности. Я думаю, что да, потому что тренер, который работает с маленькими детьми, да, это больше группа, а тренер, который работает уже с такими спортсменами уровня сборной команды страны, да, это всегда точечная работа и индивидуальное общение. И это на самом деле, ну, непросто, и не каждому это под силу, или просто не каждый хочет иметь такое психологическое напряжение. Все-таки это изо дня в день ты общаешься с одним, максимум с 2 людьми, это, сами понимаете, очень тяжело. И детским тренером быть тоже очень непросто. Поэтому не каждый, наверное, может и детским тренером работать, как бы ни казалось это просто, да. И не каждый может работать со спортсменами высокого уровня. А по значимости, ну, вы знаете, сложно очень разделить, да, что значит более значимый. Здесь, с одной стороны, детский тренер растит будущее поколение даже для того тренера, кто работает с олимпийскими чемпионами. Поэтому если не будет детских тренеров, не будет и олимпийских чемпионов. А если не будет результата в виде спорта, он будет менее популярен. Поэтому, я думаю, здесь взаимосвязь. Как вам кажется, ваша история становления тренера, она, в общем-то, легкая и безоблачная, или все-таки тяжеловато вам давалось в этой профессии? Вы знаете, наверное, я могу ответить, что не так может быть тяжело, как другим, потому что все-таки я вырос в спортивной семье, и благодаря бате, да, который был тренером, потом стал директором, мне было проще осваивать профессию. Я видел ее изнутри. Вот, и уже в институте
будучи студентом, он привлек меня к совместной работе, потому что он был директором, и я помогал ему. И в этом плане, конечно, мне повезло. У меня было больше возможностей, я считаю, чем у других. Вот. Ну, наверное, и больше ответственности. Поэтому вот все получилось. Вам с кем интереснее все-таки работать? С уже состоявшимися атлетами? Или детвора – это тоже особый кайф? Вы знаете, наверное, все-таки на совсем начальном звене, наверное, не так интересно мне будет, да, все-таки, наверное, это среднее звено плюс. И уже интересно даже помочь тем тренерам, которые работают на среднем звене, если, конечно, у них будет такая потребность и есть, да, потому что там более виден как-то результат. Вот, хотя с маленькими детьми я тоже работал, то есть ну, у меня получилось пройти с самого низа до самого верха. Не было так, что я перескочил сразу на старшее звено, не работав внизу. А есть ли какой-то момент в вашей карьере, я не знаю, может быть, турнир, победа подопечного, когда вы вот сами себе сказали, да, я, наверное, на своем месте, и действительно тренерство – это мое? Нет, к сожалению, не было такого момента. Потому что сложно сказать, всегда это какая-то борьба, тем ли делом я занимаюсь, мое ли это. Ну, всегда была какая-то, знаете, всегда был какой-то выбор. И какого-то такого переломного момента не было, да. Сначала это была помощь просто личному тренеру, да, когда было самое низшее звено, потом совместная работа с батей, потом уже отдельная работа. Нет, не могу сказать такого момента. Можно сказать, что Денис Аблязин стал таким подопечным, вместе с которым вы сделали прям качественный скачок в своем тренерском совершенстве тоже? Конечно. Потому что становление тренера, особенно молодого, я считаю, происходит вместе со спортсменом, и они вместе растут. Вот. Нельзя сказать, что кто-то один вытаскивает... Вот только благодаря ему что-то состоялось. Потому что это совместная работа. И даже если у тебя не первый и не второй какой-то чемпион, то они все разные. И с каждым это какой-то новый и другой опыт. Может быть, конечно, есть какие-то определенные наработки, и со вторым, с третьим будет проще. Вот. Но то, что сказать, что только благодаря мне или только благодаря ему, нет. Это такая совместная какая-то партнерская, наверное, больше работа. Самый яркий турнир в вашей истории с Денисом, вот когда эмоции переполняли вас? Это может быть первый победный чемпионат мира, Олимпиада? Это, наверное, чемпионат мира 2014 года, даже не Олимпийские игры. Потому что тогда была первая медаль чемпионата мира на вольных упражнениях, да, одна из первых медалей. Да, первая медаль на кольцах на чемпионате мира. Почему не Олимпийские игры в Лондоне? Потому что мы ехали туда не в качестве фаворита. Вот. И там как-то настолько все быстро. Ну, это такая первая Олимпиада, то, что там даже, знаете, как-то такой осознанности, как в Рио, не было еще. Ну а послушайте, а объясните мне, что такое серебро Олимпийских игр? Это вот когда до пика, до вершины остается вот всего ничего, но при этом до этой самой вершины ты не дотягиваешься. Вот что испытывает спортсмен, наверное, сложно сказать, а вот что испытывали вы как тренер тогда? Понятно, что серебро это очень круто, но ведь золото это тоже рядышком, совсем рядышком. При равных программах цена... медали может быть в такой незначительной ошибке, которую ты не можешь отработать. Ты стараешься ее учесть, чтобы ее не было, но иногда шажок в сторону отделяет тебя от золотой медали. Поэтому сказать, что кто-то выше, ниже, очень сложно. Но когда программа изначально базовая выше, как было, допустим, в Лондоне у корейского гимнаста, да, тогда... ты понимал, что ты можешь выиграть только если он немного, ну, даже ошибется. Вот, поэтому, ну, это я сейчас говорю про наш вид спорта. Разделение у нас золотой, серебряной или бронзовой медали иногда случается, ну, ценой одного шага небольшого, вот и все.
Но это вы прям рационально все анализируете. Да. А вот с точки зрения эмоций, вот неужели кошки на душе не скребли, что эх? Да, скреблись, потому что когда ты видишь, что ты можешь, и не получается, конечно. Но это с одной стороны. А с другой стороны, когда ты еще сильнее ошибаешься и оказываешься вместо второго, допустим, на пятом месте, то тогда ты понимаешь, что второе – это очень круто. Что с вами происходило в Лондоне, первая Олимпиада? Насколько было тяжело сдерживать эмоции, сохранять хладнокровие? Не захлестывали ли эмоции? Ведь тренер не может, грубо говоря, не подавать примера подопечному с точки зрения вот спокойствия. Мне было проще, потому что руководство сборной на тот момент в 2011 году еще приняло решение, что на чемпионате мира в Токио что я буду одним из выводящих тренеров команды. Поэтому это был определенный опыт. Но тогда мы не претендовали ни с Денисом, ни с командой, ни на какие медали. Вот. Это чемпионат мира 2011 года, потом чемпионат Европы 2012 года. Поэтому на Олимпийские игры я поехал уже с каким-то опытом вывода целой команды и с какими-то психологическими ощущениями. Я понимал, что Олимпийские игры — это тот же чемпионат мира, только это более концентрированный формат, и восприятие вообще и СМИ, и болельщиков, окружающих вообще всего, именно как это Олимпийские игры. Вот. А так это, в принципе, формат чемпионата мира. Быть выводящим тренером, наверное, попроще, чем ежели вы, например, находились бы где-то на трибунах или, я не знаю, через экран телевизора наблюдали за соревнованиями. А тут вы рядом, можете подсказать, прям шепнуть что-то нужное. Если в плане практики и осознания то, что ты можешь помочь команде и спортсмену, наверное, да, проще выводить. А в плане психологическом легче смотреть со стороны, чем быть внутри. Ну, слушайте, некоторые вон мамы, папы, они отворачиваются, уходят в другую комнату, когда их дети выступают где-то на Олимпийских играх. Ну, это мама, папа, они всегда будут так переживать, конечно. Но мне бы проще, если я, допустим, не могу помочь команде и спортсмену, мне проще было бы смотреть. Потому что внутри все-таки ты должен справиться с собой, со своим накалом эмоций, страстей. У тебя еще 5 человек команды, включая твоего личного спортсмена. И вот в этих рамках ты должен всем суметь помочь на помосте. Если вдруг кто-то заволнуется или еще что-то, то есть чтобы вся команда видела, что ты сохраняешь спокойствие. Ну, Денис, для вас, наверное, ну, если не как сын, то как очень близкий человек, вы гордитесь тем, какой он путь прошел и чего добился? Или вам кажется, что он мог и больше медалей собрать, и больше вес иметь в мировом спорте? Ну, вы знаете, это ну, один из самых титулованных, да, спортсменов на сегодняшний день. 7 олимпийских медалей. Это ну, очень круто. Это практически сейчас, на данный момент, наверное, это неповторимо ну, ни для кого. И тот путь, который мы с ним прошли на 2 олимпиадах, ну да, это очень здорово. И сказать, что можно было бы достичь большего, может быть, и можно было. Вот. Но и достигнутого уже выше крыши. Вы говорите, что с Денисом там же на первой Олимпиаде от вас золото и не требовали. Но когда к вам переходила Алия Мустафина, уже в статусе олимпийской чемпионки, вы же не могли не отдавать себе отчет в том, что она переходит к вам, чтобы завоевать как минимум второе олимпийское золото. Неужели это не придавало той ответственности, которая, может быть, вот на чаше весов колебалась, а справлюсь я, не справлюсь? Было неожиданно и трудно принять решение. И на тот момент, это был, по-моему, декабрь 2014 года. У Дениса была золотая медаль, да, с чемпионата мира. Уже достаточно было у нас с ним результатов, что, в принципе, можно было и от этого предложения отказаться. Но, как я повторяюсь, такие спортсменки, как Мустафина, рождаются раз. В 100 лет? Ну, нет, не в 100, конечно, но в несколько десятков лет, да. И когда ты понимаешь, что ты можешь помочь, и есть доверие определенное со стороны руководства и со стороны этого спортсмена,
То есть, как я говорю, от таких предложений, если есть возможность, не отказываются. Но я прежде всего советовался с Денисом. Если бы ему было некомфортно данное решение, то, наверное, я бы сказал нет. Но мы сумели построить процесс таким образом, что полноценно уделялось времени и ей, и ему. Это все-таки был вызов некий для самого себя? Да. Потому что когда ты берешь, условно, просто спортсмена, это одно. А когда ты берешь состоявшегося спортсмена с такими регалиями, как Алия, я понимал, что будут смотреть абсолютно все. А где-то вот по ходу уже, когда начались тренировки, не закрадывалась мысль, что ох, а может, я все-таки поспешил? Нет. Взявшись за плуг, не оглядываюсь назад. Были определенные, знаете, какие-то, может быть, опасения, что не все, может быть, получится реализовать, но что это было все зря, и я согласился на это, нет, не было таких. В чем специфика работы с уже олимпийской чемпионкой? Нет ли такого, что авторитетом для нее очень сложно стать, и где-то она уже сама знает многое и может не воспринимать каких-то советов со стороны, или все равно со стороны виднее, и неважно, олимпийская это чемпионка или чемпионка России, там, чемпионка ЦФО? Есть в этом плане сложности, потому что у них уже очень большой опыт и в тренировках, и в техническом плане, и в психологическом плане на соревнованиях, поэтому ты не можешь полностью на 100% говорить, что будет именно так. Здесь важно прислушиваться, что ей комфортно где-нибудь, может, даже она знает больше, чем ты, и тебе главное это услышать, а не говорить, что вот только я знаю, и только так, как я говорю, будет. Надо, чтобы был диалог, и в диалоге уже что-то будет рождаться. А вообще в вашей карьере конфликты со спортсменами были, когда вот разругивались вдрызг? Ну, знаете, чтобы вот как-то прям поругались, нет, в определенное время Денис принял решение, что ему будет комфортнее одному, ну, и как-то мы нашли быстро, ну, решение, и все. А с Ильей? С Ильей мы работали до последнего, вот. То есть такого, что она сказала, я больше с вами не сотрудничаю, допустим. Дверью не хлопаю. Как было с Денисом, да, такого не было. Расскажите, когда приближалась Олимпиада в Рио, что было на душе? Это все-таки уже были другие эмоции по сравнению с Лондоном? Здесь поспокойнее было или наоборот волнительнее? Наверное, было волнительнее, хотя опыта было больше, потому что ты уже... Едешь не вслепую, как мы ехали в Лондон, да, мы знали соперников практически на всех снарядах, на которых мы могли претендовать на финалы и теоретически на медали. Поэтому было, я думаю, ну, для меня было более волнительное состояние, потому что ты уже знал, на что ты можешь претендовать, ну, очень четко. Когда Алия работала на брусьях в Рио, насколько сердце билось активно, пульс зашкаливал? То есть вот что с вами происходило в тот момент, когда решалась ее судьба? Потому что было понятно, что, ну, наверное, это вот еще один пик в ее карьере, третьего может уже и не быть. И для вас это возможность стать впервые олимпийским чемпионом как тренер? Знаете, мне в этом плане было проще, потому что на брусьях было принято решение, что с ней... как работал до этого времени, так и будет работать Евгений Гребенкин. Вот. И это было принято решение, когда мы договаривались о том, что будем сотрудничать вместе. Mm-hmm. Вот. Поэтому у меня в плане брусьев было проще. Евгений Анатольевич не работал, выводил ее на брусья. То есть это все-таки его была головная боль, так скажем? Я думаю, что да. И заслуга это в большей степени была его, чем моя. Вот, поэтому со стороны, как я говорю, мне было проще наблюдать. И она обладает, Алия, такими качествами, что, приехав в Рио на соревнования, мы понимали, что мы по базе проигрываем первому месту.
И она буквально вот за неделю прибавила в базе из того, что имела, и вышла, сделала. Это уникальная спортсменка. Хорошо, а в чем тогда ваша заслуга в работе с Лией? То есть что сделали именно вы, и что для вас повод для гордости вот именно в работе с Мустафиной? Вы знаете, в чем заключалась моя работа? В 2014 году, когда поступило такое предложение, она была... но не в лучшей форме и в психологическом состоянии, да. И, наверное, была задача вдохнуть, знаете, что-то новое, создать какие-то эмоции, принести что-то свежее, да, может быть, в подготовку и вообще вот в ее состояние. Мы немножко поработали, ну, с медициной, вот, и улучшили вот эти все показатели. Мне кажется, вот это одна из заслуг, что, в свою очередь, позволило ей и улучшить свою работу на тех же брусьях с Евгением Анатольевичем. Но все-таки, оборачиваясь назад, можно ли совмещать работу с двумя топовыми спортсменами? Или все-таки качественнее, когда у тренера есть один флагманский спортсмен, и он все равно концентрируется на нем, как вам кажется? Знаете, вопрос неоднозначный такой, я сейчас отвечу на него, постараюсь. Но вы же прошли, грубо говоря, как никто. Этот опыт знаете, можете судить. Да, мне было проще, потому что, когда я, повторяюсь, помогал бате, да, я начинал с женской гимнастики, да, и сразу попал на Круглое озеро, когда возглавлял тренировочную сборную, базу нашу. Да, в сборную страну Леонид Яковлевич Аркаев. И мне посчастливилось быть со своими спортсменками и присутствовать у него на тренировках. Поэтому, то есть, женскую гимнастику я знал изнутри. Вот, поэтому мне было, ну, все знакомо и несложно в техническом плане совмещать вот этих двух топовых спортсменов. Но в общем и целом я считаю, что это непросто. И в каком-то другом случае, ну, не знаю, возможно это или нет. Мне вот в этом плане вот повезло. А совмещать мужскую и женскую гимнастику сложно? Если ты работаешь с топовыми спортсменами, наверное, да. И, ну, не знаю, насколько это, ну, возможно, именно на самом пике. Причем у них же получалось по 3 тренировки, и делать 6 полноценных тренировок в день для тренера, ну, честно говоря, мне было очень тяжело. Вам сегодня снятся моменты тренировок с тем же Облязиным, с Мустафиной, может быть, соревнования, или все это пережито и осталось в архивах? Ну, знаете, чтобы это как-то ярко или еще, ну, не могу сказать, что как-то они меня вот какие-то есть. А почему-то скучаете? Вот я не знаю, может быть, по тем эмоциям, которые ребята давали? Ну, наверное, больше нет, чем да, потому что сейчас какой-то вот новый этап, ну, для себя я вижу, да, это больше помочь каким-то молодым тренерам, вот, сделать именно какую-то совместную работу с коллективом, нежели лично опять что-то проходить. Мы говорим про тренеров, а как вы относитесь к спортивным психологам? То есть должен ли быть тренер психологом, или все-таки психология — это отдельная сфера, и ей должны заниматься специалисты, со спортсменами должны работать психологи? Знаете, сначала у меня было мнение, что нет, а сейчас, наверное, я больше скажу да, но мне, к сожалению, не доводилось работать со спортивным психологом, может быть, на тот момент его не было, ну, так развито это профессионально, как сейчас. Но, наверное, это интересное направление. Просто психология в спорте, вы же знаете, она даже, я не знаю, в процентном соотношении, насколько зависит от психологии. Все. Вы ловили себя на мысли, что вот в чем-то вы не понимаете спортсменов, и вот ощущение, что не можете подобрать к ним ключик вот при решении какой-то проблемы? Знаете, на тот момент, вот когда они были, наверное, такого ощущения не было. Почему? Потому что если бы я обладал какими-то профессиональными знаниями в психологии, наверное, я бы мог заметить, где я не дорабатываю. Так как этих знаний нет, оценить мне именно с точки зрения психологии было сложно. Но именно той информацией, которой они давали обратную связь, ну, наверное, все, что максимально мог, ну, делал и сделал.
Вот я почему заговорил о психологии. Вы поработали с Оксаной Чусовитиной, легендой гимнастики мирового уровня, которая своим долголетием, мне кажется, уже вписала свое имя во всевозможные книги рекордов. Вот вы понимаете, что держит ее в спорте, в чем ее мотивация? Ведь любой другой спортсмен, наверное, сказал, все, хватит, я уже все, что мог, завоевал, все, что должен был, доказал. Вот что ее держит в спорте? Сложно сказать. Это, наверное, опять совокупность, ну, всех факторов. И ее возможность именно в таком возрасте поддерживать такую физическую форму, ее желание конкуренции, опять же, и внутри страны, и на мировой арене. Это все вместе. Здесь нет какой-то вот одной причины. Именно вот поэтому она вот так долго. Ну, вы вот у нее не спрашивали, Оксан, зачем тебе это все? Сколько можно? Я не спрашивал, но она всегда отвечала, ну, если я могу, то почему нет? То есть, опять же, это даже уже же пример для других, что это возможно, что это не невозможно, как другие говорят. Поэтому, я думаю, она делает очень большое дело. А на тренировках она какая? То есть можно сказать, что вот она пашет как лошадь, уж извините за эту формулировку, все-таки у нее возраст уже солидный? Вы знаете, она пашет именно, как вы сказали. Ну, по крайней мере, вот в том промежутке времени, в котором работали мы с ней вместе. И почему проще работать? Потому что, во-первых, у нее просто колоссальнейший опыт, и если она говорит «нет», значит, это «нет». Если она говорит «да», значит, это «да». Либо есть какие-то моменты, которые мы разбирали, и если это обоснованный был разбор, она соглашалась. Если нет, значит, нет. Что вам удалось? Вы знаете, нам не удалось то, что мы хотели. Это отобраться пройти на Олимпиаду, да, в Париж. Да, это пройти отбор на Олимпийские игры в Париж, да, чего она очень хотела. Но я думаю, здесь тоже несколько факторов, в том числе временной промежуток. То есть очень короткое было время, чтобы реализовать те задачи. Можно было посмотреть в более длинном срезе, тогда можно было сказать, сделали мы это или нет. Но факт остается фактом, к сожалению, мы не смогли отобраться. А чему научила вас работа с Оксаной? Ну, это опыт. То есть такого опыта не было у меня, чтобы, ну, была работа вот с такими спортсменами, я имею в виду такого уровня, которые бы так долго держались на международной арене. И это построение тренировок немного другое, да, это не такие объемные тренировки, как мы привыкли со спортсменами в рамках сборной команды России делать, ну, либо у себя в России. То есть здесь приходилось составлять индивидуальный план, как и тренировок в гимнастическом зале, так и скоростно-силовых тренировок, в которых очень сильно мне помог ваш земляк Роман Токарев. Вот, мы с ним вместе прорабатывали силовые тренировки для Оксаны, он даже прилетал в Ташкент. Вот, поэтому это был опыт именно в плане построения гимнастики еще с помощью скоростно-силовых тренировок. В этом плане мне было здесь проще, потому что здесь меня никто не ограничивал административно. Это было решение только Оксаны, принять их или нет. И плюс у меня, конечно, был вот такой специалист, как Роман, с которым мы очень, ну, достаточно давно уже сотрудничаем, а здесь мы как бы в полной мере. Но нам, я считаю, не хватило времени. Когда тренер несколько олимпийских циклов работает с прицелом на олимпийскую награду, после, когда эти перспективы там на время, мы не знаем, насколько закрываются, насколько тренерам сложно находить мотивацию, когда именно работа идет со спортсменами топ-уровня? Наверное, сложно, мне кажется. Ну, не каждый может перестроиться, да, вот. Либо эмоции, либо работает другая совсем, не точечная. Вот. Ну, я не знаю, у меня лично такого не было. То есть вот сегодня ваша цель, она ведь не связана с Олимпиадами, вот на ближайшей перспективе? Да, не связана. Ну, мне хотелось бы реализовать, ну, какой-то свой личный проект, наверное, да, чтобы создать конкурентоспособный коллектив уже не в рамках спортивной школы. Это было бы, наверное, здорово. Передать опыт, создать команду.
ну, можно сказать, ну, если, ну, можно сказать, с нуля. А где вы пример берете? То есть можно сказать, что сейчас вы ориентируетесь, может быть, на какие-то европейские, мировые практики, Китай, Европа, Америка? Я думаю, что ведь вы знакомы со специалистами самыми разными. Ну, вы знаете, один из примеров, это был наш знаменитый олимпийский чемпион Валерий Илюкин из СССР, да, который реализовался в рамках личного клуба в Америке, да, и в рамках своего клуба его дочь стала олимпийской чемпионкой. Ну, у нас, конечно, не Америка, да, но вот реализоваться в рамках своего собственного проекта до такого уровня, это, наверное, какой-то новый вызов. Сегодняшние родители спортсменов сложные во взаимоотношении с тренерами. То есть насколько тяжело до родителей доносить, что медали некоторые нужно подождать, что вот все сразу не бывает. Они не то что сложные, они другие. Наверное, ну, в силу развития времени другого. То есть и у всех сейчас задачи тоже разные. Кому-то нужны медали просто там на городском чемпионате или на региональном, или на клубном каком-то чемпионате. Кто-то хочет большего. Просто главное, наверное, слышать родителей, кто что хочет. И вот в рамках ну, организации, где ты работаешь, клуб или спортивная школа, ну, максимально просто дать родителям то, что они хотят. Потому что я много слышал о том, что вот главное качество тренера – это умение ждать. А вот мне кажется, некоторым родителям этого очень не хватает. Да, все, конечно, хотят медалей, но медалей всего три. Вот, наверное, ну, в этом случае надо охватывать как можно больше соревнований разного уровня, потому что есть официальные соревнования, которые есть в календаре Министерства спорта, есть неофициальные соревнования, поэтому, еще раз повторюсь, главное слышать родителей. Слушайте, а мне интересно, вот у вас сумасшедший опыт. Вы в каком возрасте можете посмотреть на спортсмена и, так скажем, обрисовать его будущее? Отвечал на этот вопрос не раз. Я считаю, что это, ну, даже как-то непрофессионально. Посмотреть там на 10-летнего ребенка и сказать, из вас будет чемпион. Можно сказать, что он обладает какими-то качествами физическими или там, психологическими, да, с которыми ему будет проще достичь какого-то результата. Но чтобы предсказать будущее, это некорректно, я думаю. А как вы относитесь к такому понятию, как тренерская чуйка? Никак не отношусь. Ну, честно, потому что, ну, у меня этого нет. Ну, как мне кажется, да. Я, может быть, рационально слишком смотрю. Поэтому у кого-то может есть. Но это же всегда говорят постфактум. Вот состоявшийся чемпион или это. А вот я говорил или говорила еще тогда. Ну, то же самое мы же не приводим... Вернее, не считаем примеров, когда говорили и не получалось. Мы же приводим только пиковые моменты. Поэтому... У нас есть один тренер, который говорил, что я для себя в определенный момент решил, что не нужно работать с теми спортсменами, в кого ты не веришь. То есть не надо растрачивать силы на тех, в ком ты не видишь будущих чемпионов. Как вы относитесь к такой позиции? Это имеет место быть, как, наверное, и вообще в любом направлении деятельности, да, ты должен верить во что, ну, то, что ты делаешь. А как ты можешь не верить, но делать, и у тебя будет что-то получаться? Ну, в этом есть большая доля истины. Современные тренеры, вот молодые, которые только переходят из спортсменов, начинают работать, вы в них видите больше плюсов, минусов, или они просто другие, и не нужно сравнивать с тем же старшим поколением, как ваш отец? Я думаю, не нужно сравнивать, они просто другие. И время диктует немного другое поведение. Вот. Но я думаю, сама ситуация в каком-то временном отрезке, она выправит в ту или иную, ну, сторону эту тренерскую деятельность. Каждый для себя примет решение, как развиваться более профессионально или оставаться на каком-то своем уровне. И последний вопрос, который я задаю всем своим героям. Все-таки в чемпионе больше трудолюбия или таланта? Вот вы как тренер, что цените в подопечном? Когда он, может быть, где-то не сильно одарен и поцелован Богом, но он трудяга? Или когда вот виден талант, а уж лень мы поборем? Ну, есть
разные примеры. Вот, допустим, ну, как я считаю, что Денис — это трудолюбие. Вот, кто-то более талантлив. Наверное, с трудолюбивыми проще работать, потому что, ну, они как-то более прогнозируемы, что ли. А талант может себе, как вы сказали правильно, ну, где-то полениться или еще что-то, и выйти на соревнованиях и сделать. Или не сделать. Но тебе, как тренеру, с этим, безусловно, тяжелее. Я желаю, чтобы вот те награды, которые были у вас в прошлом, они трансформировались в ваши новые победы в будущем, чтобы у вас получалось все и дальше. Спасибо огромное.